Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на сироде на ролеплей Центральный округ. Мне здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить маник при регистрации. Итак, сегодня у нас будет новая серичка, пацаны. Что мы давно не делали, пацаны, Казино мы ходили в предыдущей серии, а мы давно не крутили рулеточки. Поэтому сегодня я закуплюсь рулеточками и мы их вместе покрутим. Ну что ж, погнали. Так, все, я приехал на базарчик, давайте посмотрим, какие здесь рулеточки есть. У меня, конечно, денег не особо-то много, но давайте посмотрим. Так, золотая рулетка, лям 200, нет. Хотя бы серебряную может какую-то взять, лям 300. Здесь у нас, так, наркотики, бронзовая рулетка, 70 тысяч. Ну, в принципе, не знаю, как по мне это дороговато, по не жалею. Давайте я посмотрю все рулетки, потом уже где будет, там и заберем. Так, серебряная рулетка стоит 370 тысяч одна штука. И бронзовые рулетки вот по 44 тысячи. Ну, давайте их заберем. И мы может, не знаю, давайте серебряную одну купим. 370 тысяч. Я не знаю, это много или нет. Пацаны, 370 тысяч за рулетку серебряную. Ну, давайте. Да, хотя давайте я посмотрю еще. И потом, если там не будет нигде, тогда купим серебряную рулетку. Камень знаний 150 тысяч стоит. А что за камень знаний? Так, подождите. Подождите, я что-то не в курсе. Камень знаний. Камень знаний. Так, бронзовый слиток. А, бронзовая рулетка? Да, давай, без проблем заберу. Так, камень знаний. Пацаны, что за камень знаний? Я хуй знает вообще. Купить камень знаний. Давайте, ну я один куплю. И чё с ним можно делать? Бля, пацаны, пишите в комментариях, я вообще не шарю, что за камень знаний. Я вообще, бля, древний какой-то. Так, бронзовая, вот здесь есть две бронзовые. Давайте их тоже заберу. Да, я, пацаны, ухожу в минус, но все, в принципе, для вас делается. Так, все, забираем. Так, итого у нас есть сколько рулеточек? Давайте посмотрим. 9 обычных есть, одна бронзовая есть. Так, давайте еще побегу, может, еще какую-то рулетку найду, бронзовую хотя бы тоже. Хотя, блин, у нас... А, не, бронзовый есть, надо серебряную, серебряную надо. Так, тут ничего нету. А что дает этот камень? Я просто хуй знает, реально. Блять, мне интересно, серьезно, что он дает? Я сейчас бы забрал все, блять. А, не, мне все не хватит. Ну, хотя бы один еще купил. Бля, я не знаю, зачем нужен этот камень знаний, пиздец, серьезно. Мне аж... Я хочу узнать, зачем он нужен, зачем нужен этот камень знаний. У меня один есть. Камень знаний, блин. Это, по-моему, слендера что-то такое, типа. Ну, блять, почему тогда дешево продают за 150 тысяч? Короче, я хуй знаю, что это за камень. Ну, ладно, хрен с ним. Погнали рулетку крутить. А вы мне в комментариях напишите, что это, блять, за камень знаний. Я просто серьезно не знаю. Ну что ж, вот я и покрутил рулетку, в принципе, было 10 бронзовых рулеток и одна серебряная, в принципе, блин, в бронзовой было бы, было все очевидно из-за того, что там были одни экспихи и только одни деньги были, как бы, и все, как бы, мне только экспиха упадала, а в серебряной рулетке, точнее, ну да, в серебряной рулетке мне выпало 53 тысячи всего лишь. Давайте все, заберем все наши экспих. Возможно, сейчас, кстати, 20 уровень вкачаю. В принципе, это будет тоже неплохо, потому что там заявки на хелперки, админки только с 20 уровня принимают. Я думаю, можно и качать сейчас уровень, поэтому давайте заберем наши прижи. Так, инвентарь, забираем все, экспихи эти. Ну, блин, я не знаю, мне хватит или нет. О, вкачал, есть, добил все-таки. Сколько там? Статистика, ага. Заебись. Все, у меня 20 уровень, пацаны. Просто замечательно. Все. Ну что ж, я думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the outside.